Олеся, девочка моя, привет. Меня зовут Дана. Может быть, ты видела мою историю по телевизору или просто в интернете наберешь, и ты узнаешь, что со мной произошло. Я тебе расскажу кратко. Я употребляла разные вещества довольно долго. И со мной была совсем беда. Мне было очень плохо, я болела. Мне было очень тяжело. И Андрюша Малахов, Никита Лушников и мои друзья, они меня спасли, забрали меня из дома, привезли сюда, на Смоле, в Таиланд, где сейчас, уже 4 месяца. Смотри, как у нас красиво, море, солнце. Я 4 месяца уже не видела дочку. Но я не знаю, где ты сейчас, я тоже в интернете прочитала, что у тебя тоже беда случилась, ты заболела. Ты знаешь, что я всегда тебе помогу. Ты мне можешь позвонить по телефону, я с тобой поговорю, расскажу, что со мной происходит.